Многие из нас хоть однажды, но задавались мучительным вопросом. Как из большого многообразия машин выбрать ту, которая станет надежным другом, будет легкой в эксплуатации, обслуживании и по привлекательной цене? В Барнауле достаточно автосалонов, но мы отправляемся в автоцентр АНТ. Ведь именно здесь есть красотка, которую и планируем протестировать, прежде изучив все ее технические характеристики. Яркий кроссовер с футуристическим дизайном Amoda C5. Эту машину трудно не заметить, ведь привлекает каждая деталь. Спортивная обтекаемая форма кузова, эффектная решетка радиатора Star Diamond, двухэтажная светодиодная оптика, харизматичные 18-дюймовые колеса. И это далеко не все. Еще одна особенность этого автомобиля – вот такие пластиковые панели, для чего они нужны. У вас всегда будут чистые пороги. Вот эти резиновые вставки – это дополнительная защита от всего, что у вас летит снаружи. Для современных людей, предпочитающих активный образ жизни, важен вместительный багажник. Это, конечно, не кузов грузового автомобиля, но вполне просторный по объемам. А если сложить заднее сиденье, то места в багажнике становится значительно больше. Внизу компактно разместилась полноразмерная докатка. Какая красота! Офигеть! Салон просторный, с продвинутой архитектурой. Кресло из эко-кожи эргономичной формы с боковыми поддержками и удобными подголовниками. Мечта для тех, кто по всем любит комфорт. А чувствовать себя уверенно во время движения при совершении различных маневров поможет цифровая панель приборов и экран медиасистемы. Достаточно оптимизированный экран, и машина вся как на ладони. Такое ощущение, как ты смотришь на нее со стороны. И это один из факторов безопасности. Вообще безопасность этой машины – это что-то уникальное. Тебя контролируют по ходу движения, тебе помогают, если где-то кто-то тебя пытается подрезать, прижаться к тебе, она тебе обо всем расскажет. Amoda в этом плане очень надежный товарищ и друг. Что еще важно? У этого автомобиля пятерка по европейскому краш-тесту. Спортивную динамику, легкость управления и харизму Amoda C5 точно оценят молодые современные люди, привыкшие брать от жизни все. Я вас слушаю. Привет, Amoda, открой люк. Хорошо, открываю люк на крыше. Ну а тестировать мы будем вот эту черно-белую красавицу в полной комплектации. Кузов и салон точно такой же, как у той машины, с которой мы уже знакомились. Ну что, поехали, посмотрим, как себя ведет машина в движении. У нас есть по боковым зеркалам вспомогательные подсказки на случай, если все-таки кто-то попал в единственную слепую зону, которая находится чуть ближе к заднему бамперу. Ты посмотри, что он делает. Вот ты посмотри, что он делает. Он показывает все, что у нас происходит вокруг. Под капотом Amoda C5 четырехцилиндровый турбированный двигатель. Небольшой объем 1,5 литра, но для такой кроссовки вполне достаточно. Мощность 147 лошадок. Мотор работает в паре с надежным и долговечным вариатором CVT-25. Разгончик у нее очень мягенький такой. Кстати, до 100 километров Amoda C5 разгоняется примерно за 9 секунд. Кроссовер переднеприводный, он хорошо держит дорогу, устойчив на поворотах и прекрасно себя чувствует на бездорожье. Благодаря клиренсу в 190 мм автомобиль способен преодолевать участки со сложным рельефом. То, что нужно для сибирских дорог. Я в восторге. Чумовая машина, легкая, удобная, динамичная. То, что нужно не только для города, но и для поездок за город. Для многих людей автомобиль как член семьи. И чтобы случилась взаимная любовь и надолго, вам лучше познакомиться с Amoda C5 лично. И такая возможность у вас будет совсем скоро. Официальный дилер «Автоцентр АНТ» 28 января приглашает на день открытых дверей с 11 до 16 часов по адресу Павловский тракт 249-Д.